Тем временем в квартиры жителей Норильска постепенно приходит тепло, но батареи прогрелись не во всех многоэтажках. Напомним, накануне утром в 20-градусный мороз на ТЭЦ произошла серьезная авария. Порыв трубопровода не могли обнаружить несколько часов из-за сильного пара. В итоге пришлось поэтапно заново запускать отопительную систему каждого района, хотя проблемные участки все-таки остались.